Зайка, Белка и Синичка жили в сказочном лесу, и однажды на полянке встретили они лису. Новый год наступит скоро, письма дети будут слать. Что же делать? Надо срочно Деду Морозу помогать. А сова, сидя на ветке, подсказала: «Снеговик, его так любят детки, будет письма собирать и в санях быстрее метель эту почту доставлять».